Пришел инвертор, тот, что я заказывал на AliExpress. Это не гибридный инвертор, 12-вольтовый мобильный. В комплекте идет кабель, два кабеля, плюс-минус шестерка, наверное, 6 квадратов, да? Нету маркировки, с клеммами под автомобильный аккумулятор, крокодилы. Ну, сразу что скажу, желательно, чтобы контакт был хороший, ну и смотря какой вы аккумулятор будете использовать. Они хорошо, что они быстросъемные, но контакт от них, возможно, будет слабый, поэтому нужно будет смотреть уже момент по факту использования. В комплекте также предохранители и зажимные барашки, металлические резьбы, там инструкция на китайском и... шайбы. И вот он такой. На странице продавца ты там сможешь заказать. В таком вот цвете вот верхняя часть или синяя. И от, кажется, киловаттного до 8-киловаттного. Там такие прямо кирпичи такие огромные. 8-киловаттные инверторы. 12-вольтовый вариант. В моем случае 3,5 киловатта. Таталикен, правильная чистая синусоида и 12 вольт отметка. Розетка и дисплейчик, кнопка включения, выключения инвертора, клеммы для подключения аккумуляторов плюс-минус и два вентилятора охлаждения. То есть принудительное охлаждение есть по мере нагрева. Скорее всего, какой-то там термодатчик установлен. Будут включаться вентиляторы. Корпус полностью алюминиевый, понятно, металлический сверху. Служит он также теплоотводом. Крепление возможно на стену. Это тот инвертор, который не заряжает аккумулятор. Просто это преобразователь с 12 вольт на 220. При этом пиковая нагрузка 3,5, но в реальности нужно рассчитывать с запасом. Я думаю, что никто не будет долговременно использовать с этим инвертором такую нагрузку. А в основном-то люди берут такие инверторы для квартиры, в случае чего нужно подключить по-быстрому, подать питание на холодильник, там на котел газовый, и также быстро отключить это все, собрать и убрать. Аккумулятор есть, гелиевый сотка, тяжеленный, конечно, вот он. И здесь возникает момент по клеммам. Здесь клеммы идут под с резьбами, резьбовые. Это я уже из комплекта винты. Добавил по две гайки сюда, сделал как бы высокую такую клемму. Понятно, что идеальный вариант для такого аккумулятора это обжать вот такую клемму с этой стороны. То есть обрезать крокодил и обжать вот такую клемму. Она будет не быстросъемная. Наверное, идеальный вариант был бы, если клеммы постоянные такие, то кинуть в разрез автомат. Пробую я клемму эту, одеваю сюда. Ну, как бы контакт есть. Контакт вроде бы неплохой. В процессе просто нужно будет проследить. И не буду я обрезать в этом видео ничего. Это уже как хозяин захочет там переделать, то переделаем. Нет, то будет так пользоваться. В процессе проверки сейчас нагрузим инвертор по возможности, сколько это можно. И можно пробовать нагрев. И там, где нет или же плохой контакт, то будет крокодил, понятно, греться. Согласно полярности, набрасываем клеммы и прижимаем барашками. Шайбы также идут в комплекте. Шайбочки. Прижимаем барашками здесь вручную. Ну да, можно прижать хорошо. Плюс-минус по цвету. Здесь на корпус, чтобы не замкнуть. Также учитываем этот момент. Полярность. Обязательно соблюдаем, что есть защита у него от неправильной полярности. Там куча защит у него и от перегрева, и от повышенной нагрузки. Все, он будет уходить в защиту по мере. Ну, лучше не экспериментировать, а соблюдать и полярность, и все правила техники безопасности. И теперь, опять же, согласно полярности, подключаю аккумулятор. Сразу подключаю плюсовую клемму и потом минусовую. При этом инвертор проверяем, чтобы был выключен. Искра проскочила. Первое включение. Клавишей включаю инвертор. Перепроверяю еще раз полярность. Запускаю. Показывает напряжение на аккумуляторе, на дисплее.
запустились проверки, я так понял, вентиляторы. Пару секунд поработали, выключились. Зеленый светодиод. Состояние, наверное, работы инвертора. Подключу ваттметр в розетку его. 50 Гц и 213-214 вольт. Фен по максимуму 1200 Вт. И просадка 11,6 вольт, но работает инвертор, фен работает, 500 ватт. Но видите, уже просадка такая серьезная. Добавляю просадка 10,5 и вот ушел по низкому напряжению в защиту. То есть отключился. Нужно заряжать аккумулятор. Зарядил аккумулятор. Процесс начинаю сначала. Клеммы плюс-минус. 13 вольт показывает. Заряжен аккумулятор. Подключил в него удлинитель. Хороший, с мощной проводкой. Включаю ваттметр. Смотрим показания ваттметра. 215 вольт. Ну, вот такой. То, что есть, то я вам и показываю. По вольтажу 215. Фен подключу. Сразу вы должны иметь в виду, что такого типа инвертор берется не для долгой работы. Вот, думаете, 3,5 киловатта. О, мощный, подключу я и буду там использовать на его на полной мощности. Нет, это в основном инверторы. Ну, в наше время, вот в Украине, например, люди берут для подключения дома при аварийных отключениях электроэнергии котла, роутера, телевизор. То, что необходимо вам будет зарядить смартфон, большую нагрузку, там электрочайники включать, все это, конечно, в него можно подключать, но опять же, многое зависит от источника, от накопителя электроэнергии, к которому будет подключен этот инвертор. То есть аккумулятор при большой нагрузке высаживается очень быстро. Включаю в ваттметр фен. Ну, здесь уже просадка вот идет. 12,9 вольт аккумулятор. 207 вольт просадка. 0,5 ампера. 50 Гц. 108 ватт, 109 ватт. Еще раз, не видели, наверное. 207 вольт, 0,5 ампера, 0,6 ампера, 50 Гц, 109 ватт. 400-500 ватт. При этом напряжение поднялось. 216 вольт. 2,4 ампера, 50 Гц. Ватта, все. Ушел в защиту. По какому поводу? Ну, опять же, да, низкий заряд аккумулятора. Чтобы автоматически он не подключается, нужно его перезапустить. Если какая-то ошибка, перезапустить его нужно. Тут уже вопросы не к инвертору, тут уже вопросы к аккумулятору. Клеммы, ну, чуть-чуть теплая, плюсовая, немного теплая, не критично. Инвертор-то тянет, не греется, он даже не успел включить свое охлаждение. То есть с этим нормально. Давайте, пока не сел аккумулятор полностью, посмотрим синусоиду. Вот здесь я сохранил синусоиду от городской сети. Синусоиду сохранил от инвертора 10-киловаттного гибридного моего, который сейчас установлен и питается дом у меня от него. Правильная синусоида, чистая, как заявлено у продавца на странице. Беру я ее сейчас, сохраняю. Вот здесь можно увидеть третий. Это его синусоида. Вот я сейчас отключаю на сохраненных. Вторая ячейка – это синусоида городской сети. И первая ячейка – синусоида ПОВМР, гибридный инвертор 10-киловаттный, который сейчас у меня установлен. К нему подключены солнечные панели. Без городской сети сейчас у меня полностью дом работает.
на городской сети даже вот какие-то помехи или как их назвать, шумы видно на графике. А здесь чистые идут у инверторов, чистые синусоиды. Я не специалист, просто вам показываю. Кто знает, кто разбирается, хорошо, опишите в комментариях. Потребление, энергопотребление среднестатистической квартиры, дома, без включенных каких-то нагрузок мощных, примерно от 200, кого и 150 ватт, 200 до 400 ватт. Это при условии, что у вас работает холодильник, роутер, что там стабильно, постоянно работает, постоянно включено. Поэтому такой связки вполне хватит для аварийных подключений, для именно подключения необходимого. Ну а для более мощных подключений, видите вы, что инвертор-то работает, проблем нету, а аккумулятор нужно более емкостный. Многие их покупают также в автомобиль, рыбаки, например, в микроавтобусы люди покупают. Считай, крепление есть, ты его установил, подключил в сеть автомобиля. 12 вольт, 24 вольта, кому нужно, вот, грузовики. И также можно использовать при заведенном двигателе, например. Уже будет работать и аккумулятор, и генератор при этом. Запитывать инвертор, но он будет преобразовывать, ты можешь подключать приборы какие-нибудь. Идеальное крепление, установить его можно, также берут автомобилисты. На сегодня все, ссылку я оставляю, брать можно, они в общем-то вот так, по такому типу, их примерно один завод делает, просто разные магазины их продают и свои наклейки на них клеят. А так они практически все идут однотипные. И в цену они также примерно все одинаковые на Алиэкспрессе. Ну и на Алиэкспрессе понятно, что выгоднее заказать, 2 недели подождал, и он у тебя, не переплачиваешь ты лишнюю цену перекупом. Всем удачи, до следующих видео.